На лесистом берегу горной реки Тыя, недалеко от Северобайкальска, расположилась звеносборочная база строительно-монтажного поезда 581 Треста-Нижнеангарск-Транстрой. Вот эти ребята из молодежной бригады лауреата премии имени ленинского комсомола Александра Бондаря и возглавили социалистическое соревнование за право проезда почетным пассажирам на первом рабочем поезде от Давана до Байкала. Весной они сами собрали тракторный путеукладчик и за неделю до первомайского праздника уложили около 2 километров пути. Но дальше наращивать километры стальных рейсов им пока не суждено было. Энтузиазм молодых монтеров пути не был подкреплен. Оказалось не готовым земляное полотно, хотя отсыпает его на этом перегоне уже 2 года. Самое серьезное беспокойство вызывает сегодня состояние мостов. Практически ни один из 5 мостов на этом перегоне не готов. Вот перед вами мост через реку Тыя. Береговые опоры не засыпаны. Неизвестно, когда поступит сюда пролетное строение с Воронежского мостостроительного завода. Такая же картина и на других мостах. А тем временем на звеносборочной базе растут штабеля шпалорельсовых решеток. Их скопилось почти на 15 километров. Задержка укладки рельсов на сдаточном перегоне происходит по вине низких производительных работ, прежде всего коллективов трестов «Забамстроймеханизация» и «Мостострой-9».